Федеральный бюджет раскошелился, выделив Свердловщине дополнительные 150 миллионов рублей на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Эти деньги получат муниципалитеты, в которых дорожный сезон строители постарались и закончили сезонные работы с опережением графика. Недопустимо затягивание сроков и ограничение проезда для водителей, заявил сегодня на заседании Кабмина губернатор Евгений Куйбышев, озвучив решение федерального правительства о выделении дополнительных денег на ремонт дорог. Для Свердловской области предусмотрено 150 миллионов рублей на ремонт региональных дорог и улично-дорожной сети городских агломераций. Алексей Викторович совместно с профильными министерствами и коллегами контролировать прохождение выделенных средств и своевременное и целевое их использование. Большая часть федеральных средств получат подрядчики, перевыполнившие план на ремонте стратегически важной для города развязки улицы Луганской с объездной дорогой. Во-первых, этот путепровод – часть гостевого маршрута, что очень важно в преддверии Универсиады. Во-вторых, он связывает объездную с ключевыми выездами из города. Специалисты давно говорили о том, что износ путепровода был предельно велик. Теперь здесь отремонтирована проезжая часть трех съездов. На самом путепроводе уложено новое асфальтобетонное покрытие, заменена гидроизоляция и деформированные временем швы, обновили тротуары и барьерные ограждения. Общая протяженность отремонтированного участка, включая искусственные сооружения, больше 3 километров.